Я представляю Усть-Кубинский район, точнее Усть-Кубинский центр дополнительного образования. Моя деятельность связана с работой объединения «Юный исследователь». В рамках конкурса нам предстоит два очных испытания. Это педагогическая кредо, которая у меня адресована реализации трех основных принципов, которые я реализую как педагогические идеи в своей деятельности. Я считаю, что мои сегодняшние и будущие педагогические идеи помогут детям совершить первое открытие и добиться успеха. Сегодня в области открылся замечательный конкурс «Сердце отдаю детям». Это федеральный конкурс. Сегодня именно региональный этап этого конкурса. Мы открывали в нашем регионе, посвящен он системе дополнительного образования. А в этом году такой серьезной круглой дате, это столетию системы дополнительного образования. И, конечно, главная задача этого конкурса – это поднимать престиж этой системы через, в первую очередь, педагогов, которые трудятся в системе дополнительного образования как одной сегодня из главных систем, формирующих в конечном итоге профессиональную ориентацию наших обучающихся. И в этом конкурсе приняли участие представители 17 муниципальных образований, кроме того, город Вологда, город Череповец. И на различных площадках дополнительного образования в эти дни пройдут мастер-классы, конкурсы на лучшее ведение программы по дополнительному образованию. Конечно, будут сделаны акценты на ведущее направление системы дополнительного образования. Ну и, конечно, круглые столы, посвященные вопросу охвата детей системой дополнительного образования сегодня. И мы надеемся, что в результате дней здесь проведенных коллеги обменяются и своим опытом, и научатся новым подходам, приобретут опыт коллег из других муниципалитетов, ну и кроме того будут выявлены самые-самые лучшие. Я бы хотела обратить внимание, что этот конкурс проходит фактически в дни, когда принимаются такие стратегические решения по национальному проекту образования. И в этом проекте особое место уделяется системе дополнительного образования. Наша область также участвовала в конкурсных процедурах. И сегодня уже в таких направлениях, как техническое дополнительное образование, в частности создание кванториумов, принято решение по участию, по победе региона в этом направлении. Это и развитие направлений для одаренных детей, создание аналогичных центров «Сириус», центров на местах. И вот мы, в общем-то, в этом направлении также выиграли, и такой центр будет создан на территории региона. И очень важным моментом является то, что в этот проект по развитию дополнительного образования у нас в этом году включились вузы, и Вологодским государственным университетом был выигран проект. Будет создана академия для обучающихся по перспективным направлениям развития системы доп. Образования на базе Вологодского государственного университета. Вот это те точки роста, они, конечно же, не все, но они определяют дальнейшую стратегию развития дополнительного образования.